Ей нужно 4 часа в день на подзарядку. Она теплая. Представь себе, что у тебя появился двойник. Сейчас мы пойдем ко мне в институт. И ты сдашь за меня зачет. Но оказалось, что это биоробот. К такому повороту я не был готов. Абсолютная имитация. Прекрасно видит в темноте. Скажет ли Нина спасибо за нано? Нифига себе, подарочек. Нано-любовь. С 25 мая в 12:00 на СТС Лав.